Доброго дня, мы из Украины. Набирает обороты следующая история. Дружили там, уехал в Россию товарищ, не будем называть его, как звонит, просит, говорит, меня еще в армию не забрали, но точно мобилизуют, а как мне сдаться в плен? То есть я еще друзьям там, я спрашиваю. В общем, россияне сейчас гуглят, как сдаться в плен до того, как попасть в армию. И это правильное, мудрое решение. Подсказываю. Проект называется «Хочу жить». Все очень честно и спокойно.